В дом 66-летнего мужчины злоумышленник проник поздно ночью. Видимо, знал заранее, что здесь хранятся медали времен Великой Отечественной войны, которые принадлежали матери хозяина дома. Спустя некоторое время задержанный признается, в момент совершения преступления был пьян. Залез в дом. Каким образом? Сломал запор. Дальше? Украл медали. Потом вернулся, хотел украсть водку. Появился хозяин, я убежал. Позже хозяин дома обратился в полицию, где сообщил, что незадолго до преступления видел возле дома подозрительного мужчину. Также обратил внимание на надпись на его куртке. Спустя сутки предполагаемого злоумышленника задержали в Самаре в момент, когда тот пытался продать часть похищенного. Он признался в совершении данного преступления, рассказал о том, что совершил хищение чужого имущества с целью потратить полученные деньги на приобретение наркотического вещества. Позже в селе Домашко в доме задержанного полицейские обнаружили тайник, где злоумышленник спрятал оставшуюся часть украденных наград. В общей сложности в руках воришки оказались несколько старинных монет, 8 медалей и 2 нагрудных знака времен Великой Отечественной войны. Сейчас они возвращены законному владельцу, а задержанный мужчина находится под стражей в ожидании суда. Павел Баймаков, Константин Головин. События.